Итак, дорогие друзья, все остальное буду показывать завтра, потому что приехала поздно. И просто пока еще не заселились, покажу номер, какой мы сняли. Значит, заходим. Здесь вот такой вот диванчик, перегородочка. Здесь вот диван, здесь буду спать я. Холодильник. Здесь вот такая, ну, ящички, скажем, подвесные, да? Микроволновка, холодильник, чайничек. Это я уже тут занесла. Мини-кухня, скажем так. Здесь все как положено. Что у нас здесь есть? Все необходимое. Ножи, открывашки, ложки, вилки. Здесь у нас тазы. Кастрюльки нет. Ну ладно. Я думала Максику сварить супчик. Ну, это можно пойти попросить у девушек. Так, дальше проходим. Здесь вот такая шикарная кровать. Сплит-система, цвет обоев, такой нейтральный, скажем. Потолок подбит пластиком. Там небольшое окошечко. Здесь стоит тумбочка. Что у нас здесь в тумбочке? Полотенце, представляете? База отдыха «Волна». Полотенце. Здесь у нас одеяло, похоже. Да, одеяло. И здесь тоже одеяло. Вот. И телевизор. Значит, пойдем, что у нас здесь. Здесь у нас унитаз. Ой, сразу включается вентиляция. Душ, раковина. Ну, то есть тоже все самое необходимое. Здесь бойлер стоит на обогрев. Все симпатичненько, чистенько, красивенько. Вот такой домик у нас. Смотрите, даже одноразовые тапочки есть. О, сервис. Вот так выглядит наш домик. Наш домик номер 8. Здесь 2 номера. А там вот лестница сбоку. Третий. Да, у нас еще есть домик. Там это мангальная. А там вот детская площадка. Вот такие здесь беседки. А там жилой дом. Ты меня ждешь, да? Да. Молодец какой. Идем потихонечку, идем. Мы маршируем, да? Время 8:30, уже жарко. А утром было, когда я их встречала, так холодно. Дети говорят, 8 градусов было все. Идем и идем. Такие красивые клумбочки. И такая шикарная сосна. У нее такие большие ветки. Еще цветут розочки. Нельзя рвать цветочки. Зачем ты рвешь цветочки? Пойдем. Здесь здание администрации. Вот такой большой домик здесь тоже сдается. Да идем же, бабушка снимает. И здесь вот такой огромнейший бассейн. Туда нельзя, туда только за деньги запускают. А бабушка с собой кошелек не взяла. А здесь вот такие велосипеды, памятники. Представляете, как красиво сделали, ажурные. Ну, какие, да? Нет, они не едут. Они прибиты к низу. Много-много рыбок. Смотри, как они плавают. Ой, какие рыбки. Все, посмотри.
Какие рыбки красивые. Сколько их много. Запрещено рыбок кормить. Разноцветные. Нельзя кормить рыбок. Кошачье царство. Их там столько много. Ты позови ее, скажи, кис-кис-кис. Они от него убегают. Их там он еще много. Там это шашлыка, они здесь толпой собрались. Котятки все. Маленькие. Кошки, идите сюда, да? Ты их зовешь? Не идут. Ну, пошли на речку. Ты же их гоняешь, они от тебя убегают. Вот тут наш домик. А вот пошли, речка. Пошли. На речку пойдем, да? Да. Ой, ты так радуешься, хочешь на речку? Да. Песок. Речка. Речка. Позеленело. Ты в песочек играешься? Да. Тебе нравится? Да. Ты закапываешь свои ножки? Да. Осторожнее. Давай ручку, чтобы ты не упал. Конечно же, в этой речке сейчас купаться нельзя. Зеленая. Там на катере кто-то рыбалит. Сейчас только видела мужчина с этим. С удочкой стоял. Ай, какая зеленая. Ой-ой-ой, какая зеленая. Зеленюшка. Поэтому все и купаются в этом бассейне. Река Дон. Красивая, широкая. Полноводная когда-то была, а сейчас уже все. Что это ты делаешь? Яму роешь? Ой. Мася, что ты делаешь? Яму копаю. А зачем? Я делаю яму. Жарко, 9 часов. Давай посидим. Посидеть здесь грязно. Не ходи туда, сейчас ножки все вымажешь. На солнце невозможно стоять, жарко. Сюда зашли, песок прям холодный, ледяной. В тенечке. Вот какая разница. Ты с песка салют делаешь, да? Что у тебя там? Штаны спадают? Вот тебе здесь песка сколько играться, да, Масюнь? Ложись, загорай. Загорай. Ой, как загорал. Ой, молодец какой. Наелся песка, да? Не брал ты его в рот? Не надо в ротик его брать. Пойдем к маме, чтобы она кремом намазала. А то ты сгоришь. Не сгоришь? Может, давай маечку снимем? Давай. Что ты делаешь? Ребенок столько песка, тем более речного, не видел. Масюня, ну ты сейчас себе и в глаза, и везде песка наберешь. Слышу. Thank you.
такая ляпусечка, ты такая ляпусечка, ты такая красотулька, такая зайка. Какая у тебя мордочка красивая. Ой, ты, боже мой, усики такие прям во все. Ты девочка или мальчик? Не дают снять. Их здесь таких 5 штук. Такая красота у нас. Куриные голени. А запах какой вообще. Прям уже полный рот людей. Ой, как прям вообще жарится. Отлично. Это у нас только первые пошли куриные. Потом у нас еще есть ребра свиные. Есть еще классический. Объедимся.